Что, Рачишка, YouTube платить перестал, да? Кэп, ну я тебе уже говорил, блин. Деньги нужны. Сам знаешь, в Warface хочу вернуться. А как бы, ну, хорошо, когда начинаешь уже с донатиком. Это я считаю правильно. Ладно, не ссы, братуха. Будет тебе пуха. По ссылке проходишь, все нужное находишь. Ставку растишь и раков все гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу, май! Работа подождет! Компания «Не та кнопка» представляет: аннигиляторная пушка, или даже когда снайпер завидует медику. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами, как всегда, капитан Очевидность и бесполезный Ебукентий. Ну, я бы с тобой поспорил. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Ракутагин, конечно же, капитан Очевидность. Он и есть бесполезный. И отличненький анекдот. Анекдот такой. Девушки, если вы хотите остаться с парнем друзьями, но вас мучает совесть сказать ему это напрямую, просто переспите с ним. Вероятно, он сам вам предложит быть друзьями. А может быть, и вовсе исчезнет. Да, так оно и бывает. Так, опаньки. Ой, ой. Погоди-ка, Ракутагин, а вот этот темп, это вообще законно? Кэп, а такое оружие вообще вводить, как сейчас вводят в Warface, это законно? Я думаю, не совсем. Но Алодусам виднее. Им, собственно говоря, и пожинать плоды своей деятельности. Так что, ребятки, работайте. Работайте, а мы посмотрим, что выйдет. Я полагаю, противник где-то с ЖД пойдет. Ага, вот он. Ага, ну конечно, конечно, да. Так, давай. Молодцы, ребята. О, месье Пердунье. Минус 2 сделал. Красава. Мне вот кажется, что Алодусы решили не нерфить снайпера, а сделать остальные классы такой же имбой. Ты знаешь, по-моему, да. Но мне кажется, решение не самое лучшее. Нам что, одной имбы мало было? Теперь будут 4. Все эти квадроциклы, кобры и страйкеры. Мне кажется, эта идея так себе. Вообще не самая здравая. Но опять же, Алодусам виднее. Посмотрим, что у них получится. Я очень сомневаюсь в целесообразности таких действий. Этот дробовик — это вообще что-то. Я такой имбы никогда не помнил. Тихо. Ну, не помню, не видел. В жизни не видел в Warface. Ни разу такого не было. Не то, что у медика, наверное, ни у одного класса такой имбы не было. Это просто что-то с чем-то. У него нет как таковой дистанции. Он на любую может хреначить. И очень-очень эффективно. При этом у него 12 патронов. При этом у него урон. У него все есть. Тихо. Вот так вот. Да. На изи, деточка, да? Где ты там засел? Давай, спускайся, долго тебя ждать там. Все. Отлично. Ну признайся, тебе же нравится эта пушка. Эта пушка, Кэп, если честно, мне не нравится. С ней было приятно побегать немножко на мясе, но как приятно. Когда я в первом же бою сделал комбо, я понял, что, по-моему, что-то не так. Вообще что-то не так. По-моему, кто-то переборщил. А потом еще немножко поиграв, я понял, что, блин, ну это настолько имба, что с ней даже не особо интересно играть. Во всем должна быть мера. Так. Даблкил, деточка, да. Так, надо быстренько резнуть вот этого портягу, который тут. Опаньки! Красавчик. Ага, да, сейчас, конечно. Так, предлагаю его немножко размансить. Так, давай. Так, отходим. Сейчас еще. Подожди, сука! Да что ты меня заблочил, дядя? Нет, так нельзя выходить, сука! Баланс. Да не будет тут никого, Ракутагин. На один они пошли. Кэп! Ну, вроде да, на один. Но почему ты так заявляешь, как будто у тебя волхак? Я, может, о тебе что-то не знаю или как? Так авторитетно, главное, они точно на один. Ваншот я наблюдаю тут практически 100%. Нет, не 100%. 102% ваншота здесь. Серьезно, друзья. Эта пушка, она бахает, по-моему... По-моему, ваншоте лучше, чем та же чапа на ближней.
Ваншотит просто великолепно. Не ваншотов минимум. Это нагиб. Ебукенти, команду маслочизируют. Врубай костюм. Основные системы в норме. Костюм готов к работе. Множественные контакты погружают. Маскировка отключена. Вы атакуете. Сектор чист. Мобильность. Противник ликвидирован. Задание выполнено. По-моему, первый этаж. Да, я слышу, да. Кто-то там шуршит. Опаньки! Есть! Перфекто! Самая плохая идея. Просто так на кухню залетать. Не стоит. На кухню вообще опасно залетать за атаку. Вот. Блин. Как так-то? Братиш, у них численное преимущество. Да, у нас выбора нет, я в курсе, Кэп. Ах, блин, жопа, я один помасался. Так. Тихо. Хэдшот, бэйби! You got owned! С почином, рачина! Благодарю, Днарина! Слева, слева где-то, на первом. Вот это было неожиданно! Нифига ты, блин, спрятался, как капитан Динго, так беспалевно. Слово, правда, торчит, а так молодец. Хитро придумал. Да как эту бомбу сбросить, блин? Сука, нажимаю, не сбрасывается. Ладно, главное, справились. Человек-туман. Да, человек-туман. Обстоятельства вынуждают, Кэп. Вынуждают. Так. Да, сука, там не было же вроде. Нифига он, блин, шпион. Пацаны, пожалуйста, ну пожалуйста, ну давайте, сами же можете, я верю в вас, давай, не все перду, не, давай! Давай, это опасный штурмовик, давай! Красава там, давай туда-сюда! Да! Месье Пердунье минус 2, да просто батька, что там говорить? Что-то потный бой выдался, я думал, как-то полегче будет. Мы с Пердунье настреливаем просто дофигище. Тем не менее, противники не сдаются, да еще и умудряются раунды брать. Да, опасно. Уснул? Нет, я не уснул, Кэп. Тут, по-моему, что-то сейчас произойдет, что-то. А, вот тут идет, слышь. Красава Пердунье все контролит, молодец. Блин, жопа. Так, надо выдвигаться, нельзя долго стоять. Все. Перетяга не слышу отсюда. Ясно, они уже у нас где-то вот тут будут. Тихо! Сасамба! Быстрее! А так вот, деточка, да? Давай. Аккуратно! Ух! Красава Пердунье! 27 фрагов у медика. Нормальный баланс. Ну, Кэп, баланс Warface 2021. Тот самый год, когда баланс умер. Да. Вот так вот, дорогие зрители, дорогие подписчики. 27 фрагов. И мне кажется, в целом это перебор. Не потому что фрагов много, а потому как они легко делаются на любых практически дистанциях, которые попадаются на подрыве. Это не дробовик, это аннигиляторная пушка. Лично я считаю именно так. Один из моих сокланов сказал, что, пожалуй, он от Warface отдохнет, пока с этой пушкой что-то не сделают. И да, мне кажется, такое решение принял не только он один. Дорогие разработчики, подумайте хорошенько все-таки, куда вы движетесь и что вы делаете. Нерфить снайпера — это не значит делать остальные три класса имбой. Это не одно и то же. В общем, так или иначе, наблюдаем и смотрим, что будет дальше. И как я уже говорил, дальше будет только интереснее и больнее. Но так или иначе, если данное видео вам понравилось, ставьте лайки, по желанию, якичить это обязательно, без этого просто никуда. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. Увидимся. Пока.